Гала Бирман, немецкая художница. Родилась в 1975 году. Занимается живописью на разных уровнях театра. Она начинала как сценограф и художник по костюмам. А затем, начиная с 2013 года, сама ставила различные театральные проекты и спектакли. В то же время она показывает свои художественные работы в групповых и персональных выставках, таких как 5-я Дрезденская биеннале 2015 года. Как и в случае с театром, Гала Бирман предлагает своим зрителям проекционную поверхность картин. Ее графика и картины посвящены теме человеческих отношений, например, мать-ребенок, в разных культурах или в свете биографических событий. Несмотря на то, что ее мотивы кажутся довольно распространенными, они свежие, поскольку Гала удается изобразить человечество без трансформации. Она находит мотивы для своих работ во время своих многочисленных путешествий. Во время учебы в Мейсоне Гала научилась точно работать с цветом и формой. Цель художницы не в том, чтобы нести перфекционизм росписи фарфора в свои картины, а отразить атмосферу и темп в своем уникальном стиле. Недосказанность оставляет личность открытой для множества интерпретаций. Даже в ее совершенно абстрактных работах настроение и атмосфера являются центральной темой.